В Центре традиционной культуры города Каспийска состоялся показ советских фильмов и сказок, приуроченный ко Всероссийскому дню кино. На площадке собрались юные каспичане для того, чтобы насладиться настоящей русской сказкой и погрузиться в эту атмосферу. А Центр традиционной культуры народов России города Каспийска в рамках празднования Дня российского кино, который традиционно отмечается 27 августа, проводит кинопоказ любимых русских сказок и фильмов. Данное мероприятие проводится для популяризации российского кино и сказок среди детей и молодежи. Отметим, что посетить данное мероприятие может любой желающий ребенок и даже подросток. Проходить показ будет на территории центра до 31 августа включительно. Приглашаем всех желающих на просмотр в наш центр по адресу: город Каспийск, улица Байрамова, дом 12А. Вход свободный. Проходить показ будет на территории центра до 31 августа включительно. В рамках культурной программы будут проходить показы сказок «Морозко», «Варвара краса», «Длинная коса», «Королевство кривых зеркал» и многие другие. Насладиться просмотром можно будет с 11 утра. Последний сеанс начинается в 16:45.